как? Привет, я Ира. Так, в общем, у меня мало времени. Начинаю потихоньку вещи его собирать. Ладно, ты, главное, капли от храпа не забудь, потому что храпить жутко, с ним спать вообще невозможно. Так, трусики ему сменно не забудь, желательно побольше, потому что писается частенько, особенно когда набухается там вообще. Носки воняют жутко, поэтому стирать их желательно 2 раза в день, иначе просто загнешься. Я, пожалуй, пойду. А, так быстро? Ну, приятно было познакомиться. Уходи! А, чё, можно уже? Спасибо большое, там душно, жесть. А это кто? Ты делаешь? В смысле? Это правильное питание. Ты дурак. Хлеб, мясо, овощи. Это что ты? Ты будешь такой же жирный. Это бургер. У тебя и так пупок, он мясистый. Вот, воду попей, на, может, вымоет чепости. Вода? Это даже не смузи. Ладно, все, я... Оставайся тут, я пошел. Сколько ждать тебе можно? Мамка пельмени сварила, блин. Давай. Bitch. Не, ну блин, я ж не дебил. А может... Нет. Никит, видел мой новый клип? Я очень крутой, все суки со мной. Пойду пожру. Кейси, а дай мне телефон посмотреть. Привет! Как у тебя дела? У меня хорошо. Я сегодня встал с утра, покушал, съел 2 бутерброда, а потом пошел гулять. Видел тебя. Петь, слушай, мне тут мамуля звонит, я пойду. Петя, Петь. А? Что? Ну ладно, давай, пока. Здорово, Васили. Яблочный аппарат не найдется. Да? У тебя второй телефон есть. Давай, короче, иди погуляй с этим воздухом. Останешься после урока, красавчик. Привет. Привет. О, какое красивое дерево. И ты, вы так похожи. Мы? Да. Ну, спасибо. В общем, я решил тебе приятно сделать, и в общем, вот. Что это? Это шоколадка. У меня денег не было, я ее нарисовал. Зайка, помнишь день, когда мы познакомились? Да. Чистое небо. Яркое солнце. Зеленая травка. Цветы. Да, я помню, ты еще в какаху тогда вляпалась. Да, Никит, спасибо. Любимая, я подготовил для тебя квест. Найди все кусочки фразы. Это про наш с тобой романтический ужин. Посмотри на унитазе. Он не исправен. Я... Иди в главную комнату. Люблю... Посмотри в духовке. Твою еду! Приготовь нам романтический ужин. Все равно ты уже на кухне. Ушел гулять с твоей лучшей подругой. Чмак. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Привет, ЛДЖ поешь? Нет, вообще-то Федука. Вообще-то ЛДЖ. Это песня Федука. Я сказал ЛДЖ. Ты Федук написал. ЛДЖ. Федук! Дорогой, может, третьим ребеночком? Знаешь, мне кажется, мы пока не готовы. Я все равно люблю тебя.
Все, доченька, ложись спать. Пап, можно я еще посижу? Спать, я сказал. Ты песню писал только. Федук по-любому. Да не, Элджи. Ты совсем что ли? И она мне рассказывает, что он ей не перезвонил. Ты представляешь? Он ей не перезвонил. Что за овца размулеванная? Привет, крошка. Знаешь, чего общего между тобой и вот этот прохожий? Вы сегодня обе окажетесь у меня в постели, но без прохожей. Bitch, I'm faded. Damn, I am the greatest. Shit, I feel amazing, about to throw a celebration. Девушка, вы случайно не пират? В смысле? Ты просто завоевала мое сердце. Bitch, I'm faded. Damn, I am the greatest. Shit, I feel amazing, about to throw a celebration. Привет, детка. Привет, красавчик. У меня нет подкатов, но тебе ведь пофиг. Bitch, I'm faded. Damn, I am the greatest. Shit, I feel amazing, about to throw a celebration. Привет. Знаешь, в чем разница между Феррари и большим членом? У меня нет Феррари. Я думал, на твоем члене никто кататься не хочет. Bitch, I'm faded. Damn, I am the greatest. Знакомься, Никита, это моя девушка Ира. Слушай, что-то по чесноку, мне кажется, вы вместе не особо смотрите. Если честно, смотри, какая стрёмная. Такое ощущение, что все самое хреновое с твоих бывших собрала. Губы накачала, нос огромный, сиськи ничьи, потому что их просто нет. А я Никита, кстати. Платон, это девственник? Нет уж, конечно. Че ты гонишь невестренником? Врет он все, я даже рассказать могу. Ну, дальше был такой случай, его девочка ждала, а он такой заходит в комнату, снимает штаны, достает своего маленького платошку, а она такая... Ну, вот так все примерно и было. Мне акваланг нужен, бэй! Сюда подошли, ёп! Мне завтра важная встреча, так что лучше заткнись. Да ладно, тебе все нормально будет. Эй, чпшу, ёп! Нам сказать? Да вам! А что ты сказал? Может быть, мы этот вопрос как-то без разборок решим? Слышь, гриб гнойный, ты откуда вообще тут вырос-то, а? Горохов, что с тобой? А, так у меня друг просто. Ёп. На огне доводишь до готовности. Понял. Чувак, слушай, там моя бывшая стоит. Мне нужно показать, что я офигенно счастлив. Выручай. Ладно. Фу, пидоры. Это был первый и последний раз. Понял? Конечно, брат. Пойдем. Чувак, слушай, она опять там, надо выручить, договаривались. Вот пидоры. Да ты можешь что-нибудь другое придумать. Освещаю, чувак, в следующий раз такое не повторяй. Опять. Чувак. Не-не-не-не-не. 100% пидоры. Слушай, я теперь все поняла, я вообще не держу на тебя обиду и очень рада за вас. Желаю вам счастья и любви. Спасибо. Что? Властью наделенной мне объявляю вас мужем и мужем. Можете пососаться. Сегодня мы станем богатыми. Да, Некит? Некит, что ты делаешь? Дурак, это на голову! Боже мой, все, пошли! Сука, этаж забыл. Жми на пятый. А это точно пятый? Не знаю, я тут рук в школе прогулял. Чуть не попались. Ага, вот вы где. Пока не докрасите стену, никуда не уйдете. Сука, даже не заплатили, могли бы меня попробовать. Ты прав. Нет. Давай его прикончим. Может, в плойку поиграем? Да-да-да-да, мочи, давай быстрее. Как мы вообще там оказались? Слушай, я уже не хочу ничего грабить. Да? Да. Я тоже. Че, по домам? Да, мне еще ребенка из садика собирать. Пацаны, что-то хотели? Да в жопу иди. А может, по пивку? Ну, мелкий, в общем-то, и сам дойдет. Ну, конечно.